Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про той пуделя. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. Очаровательный и дружелюбный той пудель отличается от своего большого собрата королевского пуделя миниатюрными размерами тела. Из всех разновидностей пуделей той пудель считается самым маленьким. Рост холки у этих собак составляет от 25 до 28 сантиметров, а средний вес, как правило, колеблется от 2 до 4 килограммов. Пудели – умные, преданные собаки. Они хорошо поддаются дрессировке. Представители породы любят находиться в центре внимания и выступать на сцене. Эти собаки обожают разучивать различные трюки. Мы купили ее как подарок ребенку на день рождения. И не ошиблись ни разу вообще, потому что собака-компаньон для семьи – это просто находка. С детьми играет во все подвижные игры. Детей любит, взрослых любит. Он у нас... звезда площадки детской, потому что ему 5 лет и моему сыну 5 лет. Они одновременно появились у нас в семье практически. И как ребенок рос на площадке, так собака гуляла на площадке вместе с ребенком. Играет со всеми детьми в игрушки, погремушки, в догонялки, все правда. Дети его очень любят, мамочки его тоже все знают. Нас не гоняют с детской площадки, все его встречают, все с ним здороваются. В общем, для дома собака просто супер. Той пудели – прекрасные собаки-компаньоны. Они хорошо подходят как одиноким людям, так и большим семьям с детьми. Представители породы не агрессивны, они отлично уживаются с другими домашними животными, обожают играть с детьми. С другими животными прекрасно уживаются, он очень добрый, никого он не трогает, очень любознательный, общается. У нас выносят там и черепаху на площадку, он тоже на нее смотрит, общается, играет. Кошек... Ну, он размером с кошку, поэтому кошки, в общем, не боятся, и он это понимает, и тоже к ним особо не лезет. То есть эта собака очень такая приятная в общении, как бы для других животных. При уходе за той пуделем особое внимание необходимо уделять шерсти питомца. Ее нужно регулярно расчесывать и стричь. Кроме этого, важно следить за состоянием глаз, ушей, зубов животного. Также нельзя забывать подстригать собаке когти. По поводу ухода. Собака не линяет. От нее шерсти на полу нет вообще. Собака гипоаллергенная. Даже люди, которые приходили с аллергией к нам, то даже вот собаку реагируют соплями и слезами, совершенно нормально все это переносили. Это тоже была причина, по которой мы купили собаку, потому что у нас отец гипоаллергенный. Ну, в смысле, он аллергик, поэтому нам нужна была собака гипоаллергенная. Вот. По поводу ухода за шерстью, ну, в общем, есть небольшие сложности, потому что шерсть у него вьется, и, ну, мусор может прилипать к лапкам. Ну, это не какая-то проблема уж большая. Достаточно просто, ну, расческу расчесать и все. Вот. По поводу питания. Питается очень просто. Сухой корм, ну, плюс немножко овощи, какие-то небольшие лакомства, которые любит собака. Все. То есть это очень просто и никаких хлопот не вызывает. Средняя продолжительность жизни собак породы той пудель составляет от 12 до 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!